И теперь мы тестируем самое мощное дальнобойное орудие нашей рубрики сегодня. Это удилище флагман Декарт в длине 3,90, в тесте 3,25 ЛБ. Надеюсь, оно вам покажет самый дальний заброс сегодня. Пробуем. Такое, конечно. Смотри. Кольца, пятое кольцо. О, мне что нравится, вот суперклад флагман. Это уже похоже, ну как раз, видишь, сегодня условия такие у нас чисто рыбальские такие. Ну вот, первый заброс, сейчас я уберу слабину, давай, да, Вань? Давай, сейчас я вот уберу ее. Вот, и мы посчитаем обороты. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 110 оборотов. Ну, в среднем у меня катушка вот это выматывает метр. То есть получается, вот самый первый такой забросик у меня в этом сезоне был сделан на вот эту карпу палку. Палка классная, звонкая. Я думаю, сейчас я еще раскачаю еще гораздо больше ее. Просто не бросал еще в этом году. И ну, мне понравилось. Я думаю, я все-таки куплю. Ну, такую палочку, если точно возьму для карповой рыбалки. Ну, меня впечатлило, если серьезно. Сейчас сделаем более серьезный еще заброс. Я просто боялся, сейчас нормально отведу и сделаем такой. О, я по шнуру вижу, что вот у меня по шнуру еще по чуть-чуть дальше, возможно, бросил. Поэтому сейчас, ну, не будем, я думаю, на камеру все это выматывать. О, ну, а так, конечно, Андрей, если... Да, если сядет Big Fish, то она идеально будет. Смотри, класс. То есть, класс. Заодно можно сейчас пощупать, какое дно у нас там. Я думаю, такое удилище можно использовать и как маркерное. Смотри, оно прекрасно протаскивает по дну. Вот даже... Ой, за что зацепились там на речке, на донышке. Ну, то есть, смотри, вот видишь, зацепили, сейчас мы вытащим, но... Смотри, как хорошо прогинает. То есть, и в эту сторону, и в эту как раз отлично. Все, со второго заброса нашли интересное рыбное место, какой-то коряжничек. Да, зацеп какой-то. Ну, то есть, я думаю, что для вот этих вот любителей, когда спасакать, ты такой можно будет сделать финфильные штуки. Все, Вань, спасибо за то, что дал такую возможность побросать ей. Сейчас мы ее освободим. Ну, сейчас самое интересное, будем наматывать шнур на рукав, пытаться отстрелить груз. Да, сейчас. О, все, есть, порядок, получилось, отлично. Оторвали от коряги, сейчас вымотаю. Ну, сегодня классные погидушки, правда, ты видишь, Вань, как всегда у нас погода подвела. Дождь, ветер, ну, как это самые рыбацкие погодные условия. Но она добавила нам колорита, естественности, да, в этот раз. Я сейчас, конечно, с удовольствием согласен был пойти на рыбалку и половить рыбу, несмотря на такой дождь. Настроение поднялось сегодня отлично. То есть поработали сегодня хорошо, убрали эту территорию, подготовились к соревнованиям и... Сейчас здесь... Да? Ой, я не считал обороты, ты представляешь? Совсем забыл. Ну, то есть, долго-долго. Вот и груз. Ну что, давай его передадим еще кому-то, пусть его забросит. Давай.